Deixa eu pegar minha vez, gente. Tá, porque essa forma minha agora, né? Não faz nada. Como é que eu vou se trocar tipo de interesse? Ah, mas Não. tinha essa machada. Ainda usou esse meu ouro, minha gosto. Маска. Тут, кстати, может щитло. Ой, блядь, седло одеть. Маску какой-то, щитки. Ну, для нее еще купить всякой хуйты. Я увидел чувака, как это из-за того, что было. Найдешь, где будет заебись. Я чё Ау, блин, корол. запустил себе стадо, блядь. Лелей стоит пасет. Через 7 минут можно корову не спиздить. Че, постоим, спиздим. Дел ты нехуй, блядь. 7 минут. О, ля-ля, чувак, это вообще не шпиц. Вот этот чувак у меня, да, вот он склад чувак. О. Сейчас поскидаем все. Нам надо, блядь, место как найти и тоже попробовать что-нибудь построить, блядь. Заодно узнаем, блядь, есть смысл вообще торговать. Чувак мебелью торгует, блядь. Он охуел! А где ты? На собственно. Там. Стол ювелира, кухня, шеф-повар, блядь. Чертеж тебе. Рецепты покупать, чтобы можно было построить. Двойная ножовка, точильный камень. Сука. Ебать, один золотой, 4 золотых. Где я таких возьму денег, мы всего 2. Охуенно. Ну че это дом еще? Типа, блядь. Народ тут живет, нахуй. Народ обжил уже. Местные территории. Вон еще чей-то дом. Хоть бы вот такой бы маленький построил. Ага, Дефана. Вон, наверное, там какой-то чувак живет. А деревья это он тоже посадил? Ага, деревья посадил. Ебать, что за чистокол? Это завод, это завод, что ли, какой-то? Всех вырезали, короче. А, типа, есть... О, опыт какой-то дали. Вот что-то. Чувак прячется, Дункан. Нет, не подходи! Не подходи, у меня есть меч, я буду защищаться, ты лох, чувак. Я мамку твою шатал, такие передай. О, он дудку даст, ой, на этот раз дудку возьму себе. Будет мне дудеть, блядь. Возьми мою трубочку и подуди ее. Поиграй на кожаной флейте. Свистит, блядь. Так, направо или налево? Давай вам это. Где один, короче. То есть сюда тебе. Раборно надо какого-то ловить, блядь. Этого нахуй. Что это такое? О, нихуя себе, это первый данж что ли в этой игре будет? А ну точно сюда? А нам сюда чё? Да я. Другая локация, да? Да, не знаю, пойдем туда. Сейчас, погоди, погоди. Так, это вот этот вот есть, да? Карта. Хотя не, это же локация после этого шахта. Давай в шахту. Ковыряешь эти? Ну, не знаю зачем. А, взрывчатку подпираю. Не, народ сюда бегает. Что надо делать? Вон он, да, он, видишь, смотри, видишь, карта изменилась, короче. Ага. Надо дойти до этого места, короче. Мне какой-то вообще бомж. Купил бы себе броньку. Хотя он все равно, конечно, был бомжами. Ну ты все равно пособрал. Я тоже хочу рыбы. Околдованный рудокоп, блядь. А как карту тут будем сейчас посмотреть еще раз? Блять, ты будешь добывать, нет? Ну что, рудокопа надо ебашить. Ты чё, мужик, блядь, ты не мешаешь, что ли? Не смей стрелять от Багдада, нихуя не получается, короче. О, вон какой-то идет, надсмотрщик идет, чувак. Сейчас он пизда гребет. Опа! А, поработил его! А, у меня нет очков работы, блядь. Сейчас, а, у тебя кончились, надо, да. Добывать, блядь.
которую Донору быстрее восстанавливается, блядь. Захваченный родник. Ну, может, чей какой-то синий. Синенький кинжальчик. На, возьми, все равно я не пользуюсь. Можно продать. Да тебе, по-моему, тоже не нужно. Я имею в виду на аукцион. А у меня очки работы еще есть. Ну, ты что-то не добываешь там. Ну, вот я бегаю, добываю. А сколько их вообще тут? У тебя шкала, а сколько у тебя заполнена шкала вот очки работы? Одна из тысячи. Каждые 5 минут я получаю по одному очку работы, понял? Одна из тысячи, а... Подожди. Вон он. У меня 61 из тысячи. Это как так? 61 у тебя, можешь еще поработать, пока он тебе не кончится. А потом тебе запретят даже копать, блядь. Понятно. Мы вольнули всех? Все. Да. Получится, тогда я покопаюсь. Давай. Ну-ка. Пока съебут. 62. 57, ага, понятно. Готово. Все, ач. Я еще сферу власти нашел какую-то. Он типа дает класс, чтобы у рабочих освобождать, походу. А. Взял? О, да, у меня тоже такое есть. Нажми на него. Ну, я нашел. Это вот типа вот так подходишь к нему и. Это... Ага, во. Я освободил рабочего. А, вот что он мало сделал с тем рабочим. Понятно. Вообще рубик надо бываю. А сколько их надо смотреть? Трех. А топ. Еще одного осталось. Еще не откат, блин, нахуй уже это сделали. Я выполнил. Молодец. Заодно металл добыл. Так, а куда же идти? Я заблудился. Я наружу иду. Ой, упал. Я упал. Я не упал, меня уронили. Ты так освобождаешь рабочих от жизни. Освободи его от этой жизни. 27 очков работы. Вот еще 11 очков. Вот сюда. Так, чуваки оттуда прибежали, начнем сюда. Там уже на улице ночь. Впервые я вижу тут ночь. Блин, в реально ночь просто наступила. Получена взрывчатка. Зачем она не написана? Это здесь можно кидать на трешах. На улице уже нет. Там... Каменюгой по голове. О, давай мне дудку. Он музыкант. Да. Фидер, короче. Так, ну что, теперь он тот квест. А ты неправильно, по-моему, будешь. Не по той дороге.
Там даже два квеста. Ну, музыкант, сыграй на моей кожаной флейте. Да. Вот тут стража. Стража стражникам по еблищу не свалить. Под корабль. Да. Солдат замок. Герцена. Герцога, блядь. Ебаного. А ты знаешь, герцог Сиплова? Не знаешь, да ты вообще не пахан. Или кто тут? Если не знаешь Сиплова. Так, ну кто сюда? Я еще к тебе, герцог, на коне заеду в твою почивальню. Какой насрет еще тебе на диване. А что тут сделать, непонятно. Платье. Ой, нихуя себе. Ебать, лох. А что тут надо делать? Что такое? Что у нас под этим квестом? А, прочесть письмо. Как раз его тут надо почитать. Все беда от эльфов, да, вот, а... у эльфов. Педрила ебаный. Непонятно, блядь. Эльф, ахуй эльф, ебать. Прочесть письмо дяди Хэши, служащий... А, служанки. Служанки, это на кухне дойти, где там видят служанки. Тебе почитать письмо, шлюха? Герцогиня тут сидит. Не хочешь герцогини, блядь, вообще? О, ну-ка, где? На втором этаже. Она хочет, наверное, отцовского, по-любому. Герцогина и юный лорд Джойс. Сейчас отец пойдет. Минутку, подождите. Не портите девоньку. О, привет, красотка. Бандит пришел грабить ее. Может, ей письмо почитать? Мы будем убивать. И что бы ни случилось, нам все плевать. А кому? А я письмо, наверное, отдал. Блядь. А ты письмо прочитал, чувак? Какое письмо? Как там тут надо было? Блядь, я письмо положил в сундук. Сука. Что делать? Вот так вот надо делать. Тебе письмо не дашь? Тут же квест на письмо какое-то. Бля, пошел он туда за сундуком. Семена за полу. Блять, как так? Как так? Я помню. Как так, блядь? Как так? Как это возможно, блядь? Здесь какая-нибудь деревня поблизости. Хуй, вот там что это такое? Делает, что хочет, полный беспредел. Слышь, дверь открыл, блядь. Так, деревни нашел, а где сундук, блядь, тут? А, во-во. Запили. Склад. Понял, письмо. Все, отлично. Если бы этим долго дверь открывал. А дверь не запили, мент. Дверь запили, мент, блядь. Хули ты забыл в моем доме, мент? Ты мне дверь запили. А что ты так разговариваешь? Совсем борзый. Мент, что тебе надо, блядь? Так, кому, блядь, письмо тут признавайтесь, суки, сейчас я вас разъебу, если письмо никто не возьмет. Так, сначала пойду к этой шлюхе. Мразотный. Бери письмо, мразь. Письмо. Я не знаю, кому письмо тут дать. Никому не дал его? Нет. Ты так и бегаешь просто с ним. Ой, ебать, тут, блядь, какой-то спуск, нихуя вообще есть. Ну. Может, там герцогу письмо показать? Прочесть требуется письмо цель. Дяди Эмми, что служанки Эмми. Ну вот, где служанка Эмми? Честь пис... А, во, Эмма, служанка Эмма. Нашел, ебаный стык. На тебе письмо. Вот она. Еб твою медь. Все. Ебать, она страшна, еб твою медь. Я даже пьяный бы не выебал. А как ее прочитать? Просто нажимай на эту, на иконку под квестом. Письма. У меня просто открывается квест. А у тебя письмо есть в этом инвентаре? Письмо дяди Хэмиша. Ну ты к ней подойти впритык. Уже ближе некуда, чувак. Ну я не знаю, у меня почиталось.
Майком, вот дуралей. Рот её ебал, блядь. Подумав, добавила кухарка. Тот, что привёл его сироту в наш дом. Сиротинушку привёл в дом. Долбоёбом рот, мол, его секли, блядь. Морозами, блядь. Кнутом его, секашить. Да, вообще какой-то он безумный. Якобы для поступления в гвардию. Меньше слов, больше дела. Раздевайся, тетка. Ты говоришь, тут низ какой-то, да? Че, сходим туда, не? Сходим. Ты ж минус 300. Ох, ебать, там какие-то эти ходят. Стража. Которая сейчас пизда гребет. Это все подстава! Как он меня пиздит-то, че за эту хуйту? Ебать, он силен. Все. Заебись. Вальнул какую-то хуйню. Пизды дал? Пизды да. Дал. Стражник Луис? Письку отца Суис? Сундук кончаем с каким зайдем, так? Что надо вообще? Не знаю. Я просто зашел. Пойдем лучше, ну нахуй. Может тут данжик пиздок. Может тут босяр есть. Уволен, там есть призрак какой-то доспех. Да и уволен. Призрак доспеха, блять. Все, сослухается. Можно было как в этом со Скайриме взять вот это все полутать? Не такая вещь вообще лежит. Да. 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 Ну хорошо, на самом деле, скорее. Ой, блядь. Чё ты закрыл меня, шакал. Мерзкий. Кто закрыл? Какой шакал? Где? Где шакал, я охуел? О, он уходит в связник. Чё тебе задать? Он силен. Я могу, блядь, прописать немножко. Ушел от меня. Холоп. Ну что, пойдем еще? Блять. Чего? Да это сундуки, это я ломаю, а там какая-то взрывчатка, и он такой сидит. Тут нет. Опущенный. Нет. Вот смотри. Нет, нет. Нет, даже нет. Да ты успокойся, блядь. О, там какой-то хулень аппарат. Самогонный аппарат. Да ты успокойся. Ебанут. А это лифт. Это лифт? Че, серьезно? Че, нам туда надо? А я думал, тут туалет такой. Сходи. Говно вниз спускай, ты насрал, короче. Здесь отсюда можно застрелить? Блять, отсюда не застреливает. Че за подстава? Я хочу стрелять сверху. Паука нахуй разъебали. Ой, блядь. Я в паутину. А ну стой. Вот это двинься, дружок. А шалюха меня все типа свои поймал паучи. Козло, да? Не останавливаясь, матчи нон-стоп.
Мана не кончается. Нет. Ну, она кончается, но я не знаю. Я же маг. Что такое? Сухие дрова. А, типа, да его надо в костер положить. Изготовление факела. Я получен факел, блядь. Вау! У меня есть факел, блядь. Нахуй мне нужно место оружия, блядь. А, и он сжечь надо тут хуйту, не? А-а-а, вот оно чё! Да. Я же проебал. Давай. Ух ты. Осторожно, пауки, людоеды, не входить. Окей, Кэп, не войдем. А, это мы с другой стороны вышли? Пауки водятся, блядь. Печаль, чувак. Уже не водится, блядь. Вывелись. Мы их потравили всех. Так и не понял, а третий так и не выполнился. Третий надо сюда. Сюда плохо получается. Пауки в пещере. А чем мы до этого занимались, блядь? Ебануться. Чего, как назад возвращаться, что ли? Что за хуйня-то, я не пойму. Че за бред? Нас, по-моему, наебали. Мы с той стороны, походу, не зашли, блядь. Вы же взяли на выходе, блядь. А че, их сейчас, они там сейчас будут? А, у тебя остался факел, нет? Да. Сейчас. Хуй нахуй съебался. Мразь. И не ебет, блядь. Вирусный, блядь. Всё, блядь, гори нахуй. Че тебе надо, вирусный, иди отсюда. Съебался, гнида. О, паука ёбнули, чувак. О, сейчас заебись, мы быстро. Не один тот маленького надо. Готово. Вот и все. Вот и все, да? Какие, однако, сложные и насыщенные квесты. Mm-hmm. Ощути дух этой игры. Да, которого нет, блядь. Этот дух просто подванивает. Это не дух, а душман. Невалин. На 14 уровень. Блядь, ебать. Блядь, ну сжигай опять, блядь, ту хуйню, блядь. Ай, чё, фак... Кто-то сидит, блядь, что ли, нахуй сверху. Ты паутиной ебаной, блядь. А факел не сделался. А мамку! Вы, чувак, у меня факел не делается. Или он у меня в руках? Сейчас погоди. А, у меня в руках был. На! А кому этот квест давать? Счастливо оставаться, козлина. Какие ты, однако, добрый. Ну так, сам себя развлекаю, как могу, блядь. Вот игре. Игра песочница. Мой РПГ. Хуёщница, блядь. О, нихуя себе, чувак зашёл всё-таки на сервак на мой. Что-то у него не получалось целый день, и тут зашёл. Охуеть. Сегодня с ним целый день мозг ебали. Не пускает его сервак и все. Давай читер. Чувак утверждает, что он не читер. Да. Мало ли что он утверждает, блядь. Я тоже могу много чего утверждать. Не, ну самое главное, меня тоже забанило. Спрыгнулся, сказал, и хуяк в бан попал. Типа лет... Это самый полет. Так, вот туда показывает нам забежать. Это куда? Это куда-то куда?
Что за хуйня, не пойму. Как тут найти правильно. А, во. Так, нам еще тут квест надо поговорить и лицо друга. А, вот насрать на лицо друга. Да запишусь. Блять, конь, съебись, нахуй, не еби мозги мне, мать твою. Я шаман-сатанист. Самозаписывать за меня. А тебя что положить на склад? На тебе металл. Факел. Я пока не оставлю. Литный тоже. Литный, это что-то. Монета. Персональный предмет, ладно, на эти монеты. А за эти монеты, кстати, можно получить это, купить дом. Да, да, вот эти монетки, которые мы собираем, связал тут что-то. Там что-то в подсказках было, по-моему. Ну, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Так, а нам тебе куда-то идти-то? Вот это, ты куда видишь нас? Карта. Опять куда-то, блядь, непонятно, ебашить. Ай, блядь, я даже не знаю, на какие скиллы мне кидать. Просто не все говно. Хуль ты заворачивайся. Так, кстати, да, я тоже посижу, подумаю, какие скиллы, а то что-то у меня уже тут несколько, ну, можно качнуть. Где ты, бля, а где их найти-то, скиллы эти, карта, а вот они. А можно еще одну, да, месть выбрать. Барон, сопротивление, волшебство, воодушевление, исцеление, волшебство. Окей. Окей. Давайте вот эту стрелу сейчас качну. Я давно хотел ее. Кто-то нахуй скилл выкинуть. Так, два скилла. А как тут качнуть, интересно, что надо? Уровень? 20 уровень. 15. 15. Типа уровень не подходит, охуеть. Еще типа, если я выбрал, мне уже нельзя скинуть. Я скилл он оставлю. Так, хочу попробовать скилл, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Скилл скидывается, а ветка не меняется. Заебись. Ну хоть тут это, блядь, за бред. О, опять к этому уебанку. С пауками. О, даю двуручный меч, топор. Блять, хуйню, у меня вообще так не хуйню. Нахуй это барону взял, блядь. Если это можешь скинуть теперь. Нет. За донат. Так, а че двойку показывает? Че надо сделать-то? Куда ты вспомнил? Там тебе один раз кидаешь, короче, все это видно. Какой-то договор нужно. С кем-то, с чем-то. Да, поэтому нужно к этому делу подходить серьезно. Краски-ки. Хотя не простая казуальщина. Надо подумать. Это бред называется. Мне с кем-то поговорить не получишь. С кем тут надо пиздеть, чтобы отсосали? Куда ты показываешь? Куда ты показываешь? Куда все подряд накидаю, заебало, блядь. Хуйня это, блядь. О, тут какой-то банкет, чувак. В замке ты там был? Не. Ну там будешь, что ли, нет? Да, ну тут какой-то квест еще додали. Какой-то где-то тут бегать непонятно. А у нас скиллы всякие ебаные. А, может. Это не. Может вниз пойдите. Не хотелось танком быть, блядь. Вариант особо нету, блядь. Ну, поэтому я взял мага. Буду магить. Домах ебанутые тоже, блядь, полный, блядь. Ну как-то вообще, они не боевые персонажи, на самом деле.
Пойдем квест делать. Ну вот я какое-то делаю, не знаю, показывает сюда, что-то идти. Троечка, который? Нет, двойка. Двойка? Двойки у меня вообще нет. А я взял. Там наверху был. Ты не брал? Нужно договор с орденом Дауты какой-то. А один. Где ты взял его? А около чувака, около пещеры, который сидел, помнишь, с пауками? Ага, это не есть, да. Стражник. А, надо стражника этого убить. Внизу понятно. А, вот, сундук, сундук, который или стоял в этом сам, чувак. Его вскрыть надо. Все выполнено. Его сначала. Перед тем, как его делать. Понятно, понятно. Я понимаю. Когда внимаю? Да. Когда внимаю. А вынимаю я, когда понимаю. Редко это бывает. Это бывает чаще, чем ты думаешь. Эй, а кто дверь закрыл? Ты закрыл, что ли? Нет. А она сама закрыла, что ли? Странно, странно. Прям перед ебалом. Ты в подвале? Ну, я уже вышел. А подвал, подвал спускайся, и сундук скройте. Там проценты, которые все. Так, а теперь вот сюда пока забежать. А, сдать тебе просто. Расцветало. Я была не игруша. Чатик какую-то хуйту пишет. Интересно, кто-нибудь чат читает? О, теперь могу выбирать топор, залупу, залупу, еще одну залупу. Это мне вообще ничего не нужно. Ибо я не милишник. Все, теперь можно отойти квест выполнить. А там еще какой-то квест есть. Разрешите владельца штанов по странной случайности, оказавшимся во рву. Найдите владельца штанов. И как я его найду, вообще ни указаний, ничего. Не знаю. Цепляем еще крест. Ох, тёлка с сиськами, которые вращаются. Ну, не вращаются, а как там, трясутся. Так, взял еще какой-то квест. Куда? Куда ты покажешь наш квестик? Сюда, что ли? А, о, квест 2 квеста там. Все понятно. Йо, кобыла! Но не со стороны. Расступитесь, люди. Мерзкие людишки. Давайте, я жду, чувак, на выходе из города. Чё? О, а тут можно полететь. Нахуй с коня слезай. Конь пошел нахуй. О, бля, нереально. Я долечу сейчас. Ю-ху! Перекресток. О, тут чуваки домики поставили. А ибо земля какая-то выжжена, я пытаюсь поставить. Некрасиво. И сделать это в красивом месте, в лесу где-нибудь-то. Как в Расте, под деревом, чтобы тебя не запалили. Что у тебя там дом стоит беспалено. Вообще неинтересно такое, блядь. Вот в Расте, на самом деле, куча таких пиздатых идей сделали. Ну, блин, конечно, не оптимизировали, ничего не сделали. Нормально. Да, кстати, лететь намного быстрее, чем на коняшке бежать. Я лечу! Я летаю! Я лечу! Вся хуйня. Говорят, когда летаешь, то значит у тебя хуй растет. Этот город сверху видно, пиздец, их не видать. Ну, чуваки там понасадили. Там в 20, наверное. Я бы не сказал, что это быстрее, чем скакать. Ну, не скажи. Ну, вот я лечу, блядь, я бы не сказал, что это быстрее. Слушай, я тебя нихуя не догоняю, блядь. Перед
Орел ебаный летает, че не надо, блядь. Все, я приземлился. Бля, он еще по земле летит. А, все, слез. Так, где-то тут. А тут те. О, ну там еще уебать, там какая-то хуйка. Ох ты, тут квестов, чувак. Да-да-да, я почитал квест, я ознакомился, все заебись. И у тебя тоже почитал квест, я ознакомился. Видишь, как я быстро читаю. О, и у тебя тоже почитал квест. И тебе я сдам квест. О, 4 квеста за пару секунд. Какой я заебатый чувак. Ух, а тут, извиняюсь, сколько квестов можно выполнить сразу. Пошатнулся, тут их не домик. И у всех эльфий и пняшек, да? Что, блядь, беспалево нахуй. Так. Итак. Что мы имеем, кого мы имеем и за что мы их имеем. А что надо сделать? А, лянь, вон там какой-то малый стоит. Ноет. Ну. Ребятенок, ты чей? Или это девочка? Его обидел часовой клан на железного клыка. Это пацанчик. Окей. Сиротка. Куда ты побег? Я еще тебя за что защищать должен? Пошел нахуй, долбоеб. Давай-ка. О, лень, там эти брутальные чуваки какие-то ходят. Давай вольнем кого-нибудь. Кого-нибудь? Да, вот это вот. А тебе не жалко кого-нибудь? О, сейчас только стрелой сейчас. Блять, он сдулся. Это что такое вообще? О, это на меня, чувак. Необычный предмет, черная булава. Хотя, не знаю, булава разве на меня? Нет, это на меня. Где? Двуручная булава. На 16-й лавак. Блин, там еще какой-то гигант. Не поебал чуваку. Гигант поебал получан. О, его надо, кстати, валить. Блин, его. Че, серьезно, что ли? Вали. Не подбегай ко мне, на, замерзни. Не я тебя буду. Подбегай ко мне. Бля, заебись, заморозка. Мне как могу это заебись. Заморозил, и хоть ты убежит. Вот это заебись. О, еще сиротинушка ноет. А че, у меня не ноет, если нету? Они оставили детей сиротами. Да вообще хуели, как так? И все вынесли из хаты. В том числе и родителей. Так, можно на четверочку добежать сразу, квест выполнить. Видишь, наверху? Или пока эти будем выполнять? Я вижу. Все вижу. Я вижу, малыш, ты не волнуешь. Далековато. Шамана сатаниста заебашил. Быть он кастует маги долго. Позабытые кирку шамана железные. Чего? Блин, что умру. Сейчас, я валю того. Не быть, он дамажит. Этих шаманов понаебашить. Так, мне еще нужно два шамана таких убить. Так, еще один шаман остался.
Я все боюсь подходить к этим чистоколу к этому. Потому что как в Расте, думаю, сейчас начнется это самое кровотечение. Ну и опасения, мне понятно. О, последний шаман, чувак, сейчас видно. Опа! Все, шаман отвалил. Так, четверка туда, а что такое? Можно сдать. Воин клана Железного Клыка какого-то надо убить. Шесть из пяти выполнено. Часовой клан. На часовой хочу клан убить. У меня хп кончается. Пойдите, часовых-то найти. Шаманы. Часовые, вы где? Пиздюли накатывают, понимаешь, часовые, блядь. А что за четверка? Что сделать надо? Не знаю. Бесчестный поединок, вожак, вожак гиш какой-то. Давай пойдем ебанем? А что с ним сделать надо? Как его вызвать надо? Вышли. Нет, надо туда добежать. А, он еще выше. Тут он залезет, тут там надо как-то бегать его. Побежим, наебашим. У вожака. У вожаку наебашить. По щам. Уважить вожака. Чё-то положил. Чувак, на что ты такой пидор? Ага, вот тут где-то вожак должен быть. Вот он. Кастую, кастую. Сегодня я с тобой кастую. Да, силён, силён кабанчик. Такой, знаешь. Мужика ёбнули. Так, купить, а, эту стену. Вот этих двоих еще надо убить, непонятно. Где они возят-то. Тут слабо ебашить. Три из пяти часовых каких-то уже ебашили. О, крафт. Ни на что очков работы не хватает, не убить. Не хватает еще. Осталось 9 очков останавливалось. У меня сейчас 21. Такой бред, пиздец вообще. Часовой, наверное, вот и находится. Воина надо убить, часового надо убить. Да. У воинов 5 штук у меня нужно убить. Часовых. Два. О, часовой. Вот еще. А, это нет. Тот. Вот он. Кто такой? Воин. Он еще. Отъезжала. Так. Часовые все, воины нужны. Так, воина ебнули. Воин, вот он еще один. Ш
Еще два воина нужно. Вот он. Заебашим его. Готово. Перевыполнено. Ебать. Еще есть какой-то четвертый. Поговорить вождь. Поговорить вождь Гарлак. Вот в этом доме что-то. Да, вот. А, вот он. Гиш мертв, тогда Гарлак снова вождь железного клыка. Орки уйдут из деревни. Гарлак хочет людям войны. Не хочет людям войны. Этот чувак не хочет войны. И не очень. А мы хотим войны. Мы воинственные, нежные красавчики. Но давай, попизди. Попизди мне еще, попизди. О, кольцо кто-то дает. Я даже не смотрю, как, какой у меня лут, какой у меня это что? Что за игра такая? Это я тупо по дефу смотрю, что больше всего давал. Там, типа, видно, что все зеленые, знаешь, мутка крутит, зелененький написано. О, я капюшон все получил. Ну-ка, дай одену. О, блядь. Штаны получил. Получил штаны. Либо штаны ты не получал. Блядь, тебе нужна броньку пиздатую монашью. Лик комплект. Так, ну что, мы тут все выполнили, по-моему. А, вон там ебать, где-то квест. Назад вернуться на тройку. Ебать. Либо вверх идти. Рудникам. Пойдем наверх. Я тогда вообще вернемся. Даже топор все зачерпнусь. Чтобы эти нитрати не оставались у меня. Нам не надо. Так, а куда? Куда ты пошел? Нам, по-моему, вверх надо было. Вот здесь я квест взял, иди сюда. Не будь ты уехал. Улетел. Улетел. Уезжает собаки, я летаю. Надо вот здесь взять квест тебе, а потом мы пойдем там сдадим, пойдем квест сделать. Угу. Ну и все, наверное, на этом квесте сегодня. Ну все, какую-то не читал, блядь. Ага, вот он, квест вижу. Ебать, я создал. Куда бежать? Локация не закончена, тут три квеста осталось. Ты рад? Я? Ну почти. Родил его отчасти. Ага. То есть, получается, у меня сначала было 1000 очков работы, я все потратил. Значит, не почувствовал, что я сильно много потратил. Да не, на самом деле, не 1000 было, наверное, меньше. Чувак, прятался. Вот у него есть, смотри, премиум, блядь. Ну, тут, походу, дел без премиума ловить нехуй. Как не прискорбно. Капитализм. Или ты платишь бабос, или ты идешь нахуй. Да. Кто не платит, тот нахуй тут не нужен. Могилки. Могилки. Кладбище показывают. Домашних животных. Ты рассказал ему Монтгомери. Монтгомери Бернс. Еще не время, нахуй. Еще не время. Он должен узнать сам.
знал, что могу на еще тебя не время, еще не этого того. Луций, мы еще не готовы к врыву. Но. Когда я пришел в этот дом, Малкома не было. Он исчез. Меня они не впечатляют. Так даже лучше. Всего тяжелый доспех у пацана. Ошибки не будет. Я сказал ему, что бандиты выкрали тело и увезли на юг. А-а-а! Моя лошадка, суки. Так, мерзкие твари. Выкрали тело. Нахуели? Выебали. Тело воруют. Оля, чувак успел одеться. Пойди да накопай, что ли? Броньку тебе сдобыл. Ты его помнишь, что ли? Нет, просто у него такая же бронь, как у меня. Должна была быть. А меня это такой брони. Почему? Я ее продал, что ли? Гейб минимал. Так, чё, поем квест дальше выполнить или чё? Я уже почти подбежал. Медики. Как ты так успел? А, опять какой-то чувак там спамит. Там есть. А, надо его забанить. Они, наверное, новый аккаунт регулярно создают. Всё, ушёл нахуй. Там на горе стоит чешенец, такой богомол 20-го лава в районе. Ну да. А тёзка? Да, это глюки. Это беспредел. Нет предела беспределу. Ну что-то я жрать захотел, но надо тебе пойти еще пожрать. В час ночи. Дело хозяйское. Всякое пожрать за бацы фильмец, чтоб Диме не мешать. Дима сейчас сидит, залип. Дима, ровно 12 ложится, что ли? А это у меня 5 минут еще есть почитать. Покинет следующее время стоит. Контролит себя. Их надо убивать? Да, похоже на то. Чувак просто не выдержал напора. Ему порвало пукан. Че, придется макрос писать, сколько скилла будет пиздец, я уже чувствую. Угу. Блин, 80. Шлюшка ебаная. Здравствуйте. Так, нам назад, чувак, мы отклонились от курса. По-моему, мы сделали, чувак. Нет, у меня 80-100. А у тебя 100-100? Да. Блядь, вот банши, давай, бей еще и все. Да. А за него не дает ничего. Вот у тех было. Да. Надо тех убивать, тебя. Да. Ебать, у чувака конь. Беленькой. Еще есть. А у меня самодельный. Хейдмейд. Я его за полторы минуты вырастил. Слабо. Вырасти животное за полторы минуты. Да ты про. А то
Блять, еще одна лава. Вон они, вон они. 90. Блин, штампу его, пока он бежит. А то. Все, можно рвать когти. Только вы нас и видели. Давай, родимая. Давай, залетные. Кончилась у нее. Мочь. Нету мочи. Ни ума, нихуя. О, вот она, эта бронька. Отлично. Ну-ка. А чё я броню взял? А, не взял. Всё, я тебе одел броню. Ха-ха-ха. Так, а куда это? Не понял, куда показывать. Сюда, ещё наверх там квест. Наверное, еще квестов до хрена, чувак. Я думаю, это все на сегодня. Ой. Закруглимся. Да? Угу. О, Лень, я в плаще. Цени. Может, дойдем до того квеста? До троечку, который... Ну, далековато. А, тут еще до хрена. Да, тут еще до хрена их. А, ну, похуй. Давай тогда. Да-да, завтра выйдем. Зеленый паренек, а ты за то, что...